Привет, Олег. Аюб Саванович, минутку уделите нам. Буквально вопрос, как себя чувствуете? Какие эмоции после сумасшествия? Здоровья. Аюб Саванович, планируете вернуться в правозащитную деятельность? Я ему говорил это. Я числюсь по сегодняшний день на работе. Я сотрудник мемориала. Вы сможете оставаться в Чечне? Что будет мемориал делать здесь? Ну, в Чечне мемориал больше не будет работать, пока в любом случае. Ну, работа на продолжение. А дальнейшие планы ближайшие? Пока у меня дома работ много. Надо обустраивать. Мне нужно дома. Немного достраивать. После этого посмотрим дальше. Как настроение? Настроение нормально, чем отлично. Слава Богу. Телекомпания «Артивиа», уточните, пожалуйста, вы будете дальше заниматься своей правозащитной работой? Я до сих пор занимался, занимаюсь, останусь. Здоровья. Всем спасибо. Тем, кто пришел сегодня за меня. Ну мы садимся, мы на лампочку, наверное, на сумму. А у вас же эти самые адвокаты?